На севере страны устраняют последствия мощного бурана. Шквальный ветер сносил крыши и рвал электропровода. Без света остались десятки тысяч сельчан. Сотни водителей оказались в плену снежных заторов. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Электроподстанции одна за другой выходили из строя. 181 село погрузилось во мрак. Ремонтом до сих пор занимается почти 100 аварийных бригад. Задействовано около 200 единиц техники. К вечеру удалось восстановить подачу электричества только в половину населения. Пунктов. Также ураган оставил без крыш школу и детский сад в Сергеевке. А в Петропавловске в клочья разорвано все предпраздничное оформление главной новогодней сцены города. Из снежных заносов всю ночь вызволяли большегрузы и легковые авто. С трасс эвакуировали 94 человека, из которых пятеро – дети. У нас на данный момент именно риски возникновения аналогичных стихийных бедствий, так сказать, сложных ситуаций не сняты. При усилении ветра не, как говорится, воздержаться от нахождения вне населенных пунктов. Родителям необходимо взять на контроль детей, чтобы дети не игрались, так сказать, без присмотра.